Да, касса, да, вот Дмитрий приехал к нам на встречу, привез, да, вот, спасибо большое, спасибо. Так, друзья, Маша приехала, день. Да, скажи нам. Сегодня последнее воскресенье месяца, естественно, как всегда, мы принимаем подарки для наших посланных друзей из приюта от Матер-Шан. Так что, вот, выгружаем. Спасибо огромное, спасибо. Да, спасибо большое. Собаки нет, наверное. Ну а какая собака ее снесет? Здрасте. Конечно. Ее снесет сейчас. Вы что? Ага. Спасибо большое, да. Спасибо. Спасибо, держимся. Спасибо большое. Надеемся, да, что все закончится. И... Спасибо большое. Спасибо. Приезжайте в гости. Здравствуйте. Отлично. Спасибо. Манеж вам обещала для шинков, но не довезу просто все это. Тяжело очень. В следующий раз. Да, сбоку будем грузиться. Сегодня не очень много, так что места полно. Мы рады этому. Да, а мы не очень. Вот еще люди молодые к нам приехали, молодцы. Вот сейчас уже машина стала полнее. О, спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно, особенно когда молодежь помогает. Не бабушки, как обычно. Спасибо большое. Да, бабушки у нас, да, молодцы. Да. Друзья, эти встречи – это глоток воздуха для приюта. Это радость, это надежда. Сейчас очень холодно. Сегодня совсем мало народа. А ведь каждый ваш приезд к нам согревает душу. Я прошу вас, мои хорошие, приезжайте на такие встречи. Раньше мы приезжали на Фольксвагене. И если вы помните, у нас даже не хватало места, чтобы поместить всю вашу помощь. А сейчас, ребята, мы с трудом собираем каплю корма, каплю лекарств. Подстилок, слава богу, хватает. Но опять же, ненадолго. В течение месяца они у нас уходят, так как много раненых, много малышей. Друзья, наши встречи на вот таких площадках, они жизненно необходимы приюту. Прошу вас, мои хорошие, приезжайте. Приезжайте, я приглашаю вас всем сердцем, всей душой. Приезжайте на встречи на Киевском вокзале в Москве и на Губернском рынке в городе Чехов. Приезжайте, мои дорогие, вы очень нам нужны, очень. А мы поделимся с вами теплом. Теплом нашей лохматой души. Храни вас Бог, люди. Спасибо. Всегда рады встрече с вами.